Всем хорошего дня, хорошего настроения. Ну что, я сейчас вам покажу экскурс заказов, которые мы сегодня заказали. Ну, это не только наши личные заказы, это заказы тоже наших консультантов. У нас в прошлом каталоге их было 4 новых консультантов. И вот, соответственно, мы показываем, что мы заказали. Ну, здесь еще есть половина заказов наших людей, которых мы, допустим, мы с которыми мы познакомились, они нам попросили заказики. Вот, смотрите, в этот раз я заказала wellness побольше. Почему? Потому что мы его с удовольствием всей семьей пьем. Но хочу отдельно рассказать про дезодоранты, которые были в прошлом каталоге с хорошими, интересными, привлекательными ценами. 129 рублей Люсия, да, наша знаменитая Люсия, которая была... Ну, периодически она бывает со скидкой, она очень вкусная, пахнет. Меджадани, да, то есть вот эти ароматы. Это Глэшер у нас появился тоже, дезодорант. Не дезодорант, но как бы, да, он шариковый дезодорант, я бы так сказала. Потом у нас есть здесь, значит, кроме этого, Эльви тоже очень приятный аромат. Ну, то есть достаточно приятные все ароматики. По приемлемым ценам, да, они в прошлом каталоге были по 129 рублей. Вот, wellness мы себе заказали, омешку мы пьем, мы взяли еще в капсулах, он тоже был очень по привлекательной цене. Вот, что себе я взяла? Giordani Gold Essence, я взяла с 50% скидкой, он мне обошелся за 1100 рублей, по-моему, да, тысяч, или нет, 1200 обошелся, хотя он в каталоге 1700. Плюс еще моя скидка как дистрибьютора 20%, и плюс возможность 50% сэкономить, я, соответственно, еще дешевле взяла. Вот, в этот раз взяла еще шампуньки детские, Рапунцель и Утиные истории. Взяла, значит, еще плюс мылка. И плюс еще вот такую губную помаду, гигиеническую детскую. Не смогла пройти мимо вот таких вот очень замечательных спреев духов именно, да, очень удобно для сумочки. Giordani Gold Essence, Valar и Posas. Они в нескольких видах вот представлены. Ну и наша легендарная тушь, она была с хорошими скидками. Девочки у меня их с удовольствием покупают. Вот я ее тоже взяла. Тоже тушь наша. Она, что хорошо, она укрепляет реснички. Привлекательно девочки наши все выглядят. Вот, реснички такие становятся красивые, интересные, еще причем они подкручивающие. Это, кстати, подкручивающая именно тушь, так что имейте в виду, рекомендую всем. Взяла наш кальций, потому что мы его пьем всей семьей. Мы с мужем постоянно берем и как бы прям вообще по две таблеточки вот эти мы прям разжевываем, они такие прям вкусненькие, то есть тоже не раздражает, да, там по вкусу. Вот, омегу мы пьем просто как водичку. Она у нас утром, в обед и вечером. Мы постоянно ее регулярно пьем, потому что сидим за компьютером, работаем. Наши коктейли wellness, да, тоже хочу сказать, что они все очень вкусные, приятные и еще плюс оздоровительные. То есть выпил в несколько раз в день. И чувство голода, во-первых, снижается, и вес не прибавляется, что тоже немаловажно. Ну и плюс здоровье. Здоровье, как говорится, ни за какие деньги не купить. Но есть возможность с помощью профилактики употреблять наш Wellness Pack, употреблять нашу омегу, кальций, который у нас с организма вымывается периодически, омега. В этот раз еще взяли стасактин вот такой вот. Да, тоже очень классный бьюти-комплекс. Рекомендую всем. В этот раз еще взяли плюс минералки вот такие вот. Правда, мужские взяли мужу дополнительно. Ну вот, на следующий раз возьму себе еще. Вот в новом каталоге, кстати, он у нас уже тоже со скидочкой появился, там мультивитаминки. Поэтому вот рекомендую всем. И еще плюс наши каталоги, потому что их далековато от меня отнес. Их сейчас их покажу. Каталоги. Вот они у нас. Сейчас. Мы просто заказали много их. Почему? Потому что у нас периодически люди спрашивают. Кстати, у нас в новом каталоге появилась вот такая замечательная тушь. Очень крутая. Ну, у нас тушь вообще всегда хорошая. А это вообще интересно. И каждый раз, конечно, она нас удивляет компания новыми предложениями, новыми интересными товарами, которые все время еще лучше и лучше становятся. Вот прям целый тут
целая тут, не знаю, прям история, прямо в 6 раз больше объема. Но это прям вот реклама, как бывает. А это вот мы, получается, по сути, видим, что есть возможность такой вот такую тушь себе взять. Я думаю, что обязательно себе такую закажу. Крутая тушь, ничего не скажешь. Вот, я не думаю, что в каждом даже магазине Леталь можно такую себе приобрести. Вот, ну что, у нас здесь интересный ракурс, новые появились у нас. Туалетная водичка, то есть ее можно взять как туалетную водичку, и плюс взять можно как парфюмированный спрей, то есть можно как взять аналог, да? Такой цветочный приятный аромат. Здесь как бы смешалась и роза, еще вот у нас, что у нас, яблоневый цвет, да, интересно. Вот, видите, можно будет еще вот в таком варианте ее взять. То есть она и фруктово-древесная, то есть потереть страничку, тут очень прикольно получается. Вот, здесь праймер, кстати, я себе вот такой заказывала. То есть праймер для чего нужен? Сначала ты наносишь на губы вот этот праймер, он очень классно увлажняет. И вот, кстати, вот здесь вот есть для примера. До праймера происходит, что и после праймера. Брось вызов нестойким помадам. Носи их дольше и не оставляй следам на чашках. То есть, оказывается, до праймера, если ты без праймера наносишь губную помаду, ты оставляешь след на чашках. А если ты нанесла праймер, то, соответственно, у тебя, во-первых, не остается следа на чашке. И еще плюс к этому у тебя разглаживают это губы, позволяют привести четкий, красивый контур. Ну, это тоже очень важный момент, да. И вот, кстати, у нас появились новые такие карандаши для губ. Вот, для пухлых, секрет пухлых губ от визажистов. То есть тут подсказочка тоже интересная. Вот, а что еще? Ну, губные помады, конечно, наши привлекательные, всегда мне нравились. Я не знаю, не успеваю смотреть за трендами. Вот, пользуюсь, кстати, вот маркером для себя, для бровей. Мне очень нравится, крутой. Ну, про наши краски я могу часами говорить, потому что краски вот мой и сине-черный, я крашусь им. И, ну, не знаю, до такой степени мне нравится, что он закрашивает мне седину. То есть у нас появилось еще, смотрите, вот такой шарфик, это вот прям на осень, прям рекомендую. Во-первых, цветовая гамма очень большая, яркая, насыщенная, что немаловажно. Поэтому, можно сказать, можно себя побаловать этим. Вот такая туалетная водичка, она, кстати, появилась у нас уже с несколько, уже в прошлом году она появилась. И вот она и в спреях, и в туалетной воде. То есть она разная. Здесь, к сожалению, нельзя понюхать страничку. Но здесь описание есть. Шипровый, фруктовый, бутон розы, малина, ваниль. То есть можно понять, да, что здесь вообще. Ну, наши туалетные водички тоже с хорошими скидочками. Опять же, Валар, да, двух видов в виде розы. Что мне нравится, что привлекательно. В виде розы сделан сам флакон. 799, отличительно от 1390, да. Наш клад, Divine, тоже с хорошими скидками. Тоже периодически его себе хочу заказывать. Кстати, появились еще наши, всем рекомендую.